Дорогие друзья, всем привет! Я вас безумно рада видеть на своем канале. В формате горизонтальных видео я стала реже появляться, поэтому советую вам подписаться на мой телеграм-канал, поставить колокольчик на мой YouTube-канал, так как в YouTube-шортсах я появляюсь гораздо-гораздо чаще. В этом видео я вам покажу, что я ем в течение недели. Сразу хочу уточнить, что отношения с едой у меня очень хорошие. В своем рационе я не делю пищу на полезную и вредную, я потребляю абсолютно все продукты. Сейчас будет моя личная рекомендация для вас. Приготовьте свой самый любимый напиток, возьмите самые вкусные и любимые сладости, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ребят, просто посмотрите разницу. Вот это буду кушать я, и вот это будет кушать мой муж. Сегодня на завтрак я решила, будет яичница. Вот такой у нас сегодня завтрак. Выглядит, конечно, честно говоря, так себе, но это очень вкусно. Здесь, значит, курочка, запеченная с сыром, 2 яйца, подсушенный хлеб, кофе без сахара и меренговый рулет, который я вчера не доела. Я на яичницу сыплю чаще всего такие итальянские травы, и они придают такой бомбический вкус, даже описать невозможно. Ну и сверху я добавила немного терияки соуса вот такого. Очень вкусный, между прочим. В Шварцброд один из самых вкусных меренговых рулетов, которые я пробовала за всю свою жизнь. Это прям реально обалденный меренговый рулет. В какие заведения не зайду, везде какая-то туфта. Потому что постоянно какая-то гадость. Просто как будто мне зефир какой-то подсунули, чересчур сладкий, крем невкусный. Прям я помыла голову. Сейчас скоро пойду укладываться уже на фен, собираться, и мы поедем к моему папе. И у нас там будут роллы, у нас там будет тортик. Мы ему купили Эстерхази, его любимый торт. Какой-то уже второй день у меня читмил. Роллы, тортики, меренговые рулеты. Я уже соскучилась по простой тарелке борща. Взять тарелку борща, взять горбушку хлеба, натереть чесночком в тарелку борща, ложку сметаны. Это просто кайф. Личная рекомендация для таких же любителей мармеладок, как и я. Они такие прям, знаете, в меру кисленькие. Чувствуется вот эта нежность как раз за счет, наверное, того, что они с йогуртом. Вчера я пила вино и шампанское, и сегодня я текла. Такое у меня комбо на сегодняшнее утро просто. Ну, сейчас, я думаю, мы уже можем приступать к сырничкам. Сегодня я их хочу приготовить на завтрак. Знаете, я уже как-то на автомате все готовлю, и я не знаю по пропорциям, как я делаю все вот на глаз.
Здесь получается 2 пачки творога, 2 яйца, приблизительно где-то 50-60 грамм сахара и 2 столовые ложки муки. Такой вот получился завтрак. У меня 2 вот таких сырника, столовая ложка сметаны, кофе. И еще 2 вот горячих бутерброда будут. Achilles, come down, won't you get above the roof. Значит, прикол года. Мы не наелись обычным салатом и решили, что самое время просто пожарить пельмени. Тебе интересно? Всем доброе утро. Я не придумала ничего лучше, чем просто доесть вчерашние сырники с утра и сделать бутерброды. Я сейчас буду кушать вот этот цезарь, а вот эту картошку мы съедим пополам. Видимо, да. Мне кажется, мало. Кто знает. Мне уже работа этим. Вино продать человеку. Ребят, всем доброе утро. Вот такой у нас сегодня полезный завтрак. Омлет, салат, бутерброды с пастой, кофе и десерт шоколадка. Я сейчас пришла после практики, и мне так плохо. Это просто как я тебе купила сосиску в тесте в домашней пекарне у нас под домом. Вот она, потом Ариана Гранде, Леди Гага. Ребят, посмотрите, какой у меня красивый поки сегодня вечером будет. Значит, тут рис, чука, салат айсберг, что-то творожный сыр, курица, авокадо, томат черри, фасоль и огурчик свежий. Блин, офигенно выглядит. Значит, мой многоуважаемый муж заказал себе роллы. Я у него пару штучек украду. И тут еще пицца. Мои прекрасные недели, моя подошла к концу. Она закончилась на 5 днях, к сожалению, а не 7. Но, тем не менее, это был очень хороший эксперимент. Если вам понравилось, то дайте мне об этом знать в комментариях. Я вас всех безумно сильно люблю. Спасибо большое за просмотр и всем пока-пока.